У нас ни дня без такси и без VeoFord T130. Очередная установка на коммерческий автомобиль. Видеорегистратор. Новая разработка компании VeoFord T130 трехканальный. Съемка идет 2К. Перед салон с инфракрасной камерой. То есть снимает и ночью, и днем одинаково хорошо. И задняя камера у нас устанавливается вон там вот сзади. Аккуратненько. Как все работает в приложении, сейчас покажу. Ну, дефолтно у нас 3 камеры одновременно выводятся на 1 дисплей. Клиент разрешил нам попользоваться телефоном своим. Можно эту пленку убрать. Переключение между камерами идет прямо из меню смартфона. Могу вам ручкой помахать. Задняя камера. Кстати, один момент, который я почему-то в предыдущих установках не акцентировал внимание на нем, можно делать вот так вот. Оп. Смотрим на смартфон, что у нас здесь теперь. А здесь у нас теперь видна абсолютно вся боковая часть. Потом бах, делаем вот так вот. Оп. И снимаем опять салон. Для коммерческих автомобилей ничего лучше я пока не увидел. Карточку мы здесь установили на 256 гигабайт. Это неделя записи примерно будет, то есть ничего не потеряется, будет все сохранено. В общем, вот такая вот штуковина, друзья. Мы установили этих девайсов довольно много уже, нравится и нам, и нашим клиентам, готовы рекомендовать к установке. Давайте покажу, как еще выглядит задняя камера, и в принципе будем закругляться. Задняя камера. Кстати, китайцы сразу делают пропил в пластике под кабель, ничего не надо выпиливать. Еще раз повторюсь, для кого подойдет этот регистратор. Такси это определенно, коммерческие автомобили. Клиент с ключом ушел. Коммерческие автомобили любые, то есть грузовики, маршрутки, вот это вот все. И кто возит своих детей или родственников с водителем, чтобы ничего не потерялось. Очень удобное, быстрое приложение. Цена-качество, мое почтение. А с вами, как всегда, была компания CarRadar. На связи лучшие девайсы с установкой, консультация только для вас.